Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам про тайского риджбека. Тайский риджбек – национальная порода Таиланда, одна из самых редких и древних пород в мире. Эти собаки – великолепные охранники и помощники в охоте. Они обладают хорошими физическими данными и высоким интеллектом. Это уникальная порода, привезенная из Таиланда. Порода эта уникальна тем, что у нее и короткий тип шерсти. Она очень мало линяет, и шерсть не видно. Она гипоаллергенна. Также очень уникально, эти собаки уникальны характером. Они необыкновенно умные, спортивные собаки. Собаки, которые умеют мыслить. И чем больше хозяин с ней занимается, тем больше собака интеллектуально развивается. Тайский риджбек – хорошо сложенная собака среднего размера. Рост в холке у представителей породы обычно составляет от 51 до 61 сантиметра, а вес, как правило, колеблется от 27 до 32 килограммов. Наиболее распространенные окрасы у тайских риджбеков – красный, черный, голубой и изабелловый. Отличительная черта внешности представителей породы – гребень из шерсти, или как его еще называют, ридж. Он формируется на спине животного. Тайский риджбек – хорошая собака-компаньон. Представители породы уравновешены, преданы и послушны. При правильном воспитании и социализации с самого детства во взрослом возрасте они без проблем уживаются с другими домашними животными и отлично ладят с детьми. Собаки уживаются с другими животными чисто индивидуально. Есть, которые прекрасно живут и с котами, и с другими с породами собак. А есть собачки, которые очень ревнивые, и они не хотят жить с другими. С детьми хорошо ладят, особенно если собака выращена с детства с детьми, то она с удовольствием будет расти с детьми. Но, конечно, здесь, как и с любой другой породой, это нужно учить собаку и учить ребенка правильному общению друг с другом. Тайские риджбеки – чистоплотные, неприхотливые собаки. При уходе за ними особое внимание стоит уделять шерсти питомца. Ее нужно расчесывать несколько раз в неделю. Купать животное необходимо по мере загрязнения. Также важно следить за состоянием глаз, ушей и зубов тайского риджбека и вовремя чистить их. Уход, как и за любой другой собакой. Кормление, много прогулок, занятия послушанием, выставочная карьера, как правило, у этих собак. Особенностей питания нет, просто каждый хозяин выбирает для себя, натуральное ли это питание, или это питание готовыми сухими кормами. Мои собаки на натуральном питании. Средняя продолжительность жизни тайского риджбека составляет от 11 до 14 лет. О других интересных породах вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!